Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если ваш iPhone 7 зависает, то самая распространенная неисправность заключается в следующем. Проблема в программном обеспечении, либо проблема в дисплейном модуле, то есть не работает тачскрин, либо он плохо работает. Мы вам рассказали, из-за чего может зависать iPhone 7. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!